Полностью разгрузили ТЭЦ-1 путем перевода бытовых потребителей и юридических лиц на другие центры питания. Заменили более 27 километров воздушных линий и более 3 километров кабельных. Также произвели замену трансформаторных подстанций и оборудования. В целом подготовка к зиме для Улан-Удэ-Энерго обошлась в 60 миллионов. По результатам комиссии ни единого замечания. За отличную работу предприятию вручили паспорт готовности. Улан-Удэ-Энерго готова к прохождению осенне-зимнего периода, с чем я вас всех и поздравляю. Для нас это в первую очередь и уверенность в своих силах, и, так сказать, мы показываем нашим потребителям, что мы готовы к прохождению осенне-зимнего периода, что наше оборудование работает в нормальном режиме, наш персонал полностью укомплектован, аттестован, проведены необходимые противоаварийные тренировки. То есть мы полностью готовы. Перед получением паспорта специальная комиссия проверяет готовность предприятия, выполнение инвестиционных и ремонтных программ, эксплуатационные работы, а также подготовку персонала и обеспеченность его защитными средствами. Если предприятие соответствует всем этим требованиям, то оно готово нести нагрузку в преддверии низких температур осенне-зимнего периода. И наши жители могут не беспокоиться за надежность электроснабжения нашего города. Отметим, паспорт готовности энергетические предприятия обязаны получать ежегодно. Зоя Цинишеева, Инесса Дондукова, Даша Чайдопов. Новости дня.